Дети, расскажите, вы знаете, как нужно беречься от заражения ковидом? Меры в сложной эпид-обстановке, как и нормы поведения в обществе, детям разъясняет начальник ПДН по Назрановскому району Лейла Магушкова. Сегодня по плану беседа со школьниками. Впрочем, весь день расписан по минутам. Нужно успеть привести в порядок документацию, провести совещание с личным составом и проведать неблагополучные семьи. Даже в свой профессиональный праздник Лейла на рабочем посту. Когда работаешь, понимаешь, что твое это или нет. И я поняла, что это мое. Мне особенно вот нравится работа, связанная с детьми. Я работаю уже много лет. Из них почти все годы службы я посвятила работе именно с детьми в инспекции по делам несовершеннолетних. Воспитатель, педагог и психолог в одном лице. Как напоминание о том, что сегодня праздник, цветы в вазе. Лейла на службе больше 15 лет. Намного легче работать даже с преступниками, взрослыми. Ребенок просто может замкнуться в себе, и вот он просто может сидеть и молчать, и не разговаривать с тобой. Чтобы его как-то разговорить, чтобы он рассказал правду, кто его избивает. Действительно ли дома с ним так жестоко обращаются, как нам сообщили там соседи или родственники. Важность заслуг сотрудников этого подразделения в деле профилактики преступности переоценить трудно. Подполковник полиции Лейла Магушкова признается, на работе бывает всякое, но перевоспитать трудного подростка или даже родителя можно, подтверждает эта статистика. За прошлый год у нас на учете состояло порядка 20 семей. Из них по исправлению родителя в прошлом году вот снято семей 15. Осужденных детей к лишению свободы на данный момент нет за этот год. Службу в органах несут сотни тысяч сотрудников по всей стране. К примеру, старший инспектор по делам несовершеннолетних по Ингушетии Любава Чугина признается, Лейла Магушкова к профессии прикипела всей душой. Как правило, в нашу службу привлекаются сотрудники, которые обладают определенными качествами. В первую очередь это доброта, милосердие, педагогические навыки. Вот все эти качества я могу смело отнести к подполковнику Магушковой Лейле Исаевне. Я работаю в Ингушетии уже 3 года. И на протяжении всего этого периода времени я с восторгом наблюдаю за ее работой, за тем трепетным отношением к детям, к семьям, где действительно случилась проблема и беда. Инспекторы по делам несовершеннолетних, или как их еще называют, ангелы в погонах. Именно благодаря сотрудникам этого подразделения многих подростков удается уберечь от преступности и помочь им найти свою дорогу в жизни. Большую часть нашего времени мы, естественно, посвящаем работе с документами, именно с юридическими ситуациями, для разрешения которых нам требуются определенные навыки. Вот я могу сказать, что Лейла, я ее с любовью и теплотой так могу называть, она очень точно в себе собрала такие качества, свои профессиональные качества, она их умело применяет в работе, она пользуется уважением как среди коллег, среди коллектива, так и среди представителей системы субъектов профилактики. Они не гонятся за цифрами. Главная задача сотрудников ПДН – помочь ребенку и семье, защитить права и законные интересы трудных подростков. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.